Это просто цирк какой-то. Это в самом хорошем смысле слова. 1 июня улица Карла Маркса была отдана во власть детям и немного их родителям. Очередной уличный фестиваль радовал цирковой атмосферой. Все здесь искрило и жило весельем и чудесными превращениями. Так, на площадке музея усадьбы Абрамцев можно было увидеть живые картины по сказкам Пушкина «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане». Реквизит для постановки дети создавали своими руками. К морю сам идет Гвидон. Гвидон, встань, иди к морю. Там... Нет, возвращайся. Вот, вот здесь. Так, отлично. Там царя встречает он с поварихой. Царь встречает царя с поварихой и ткачихой. С ватьей бабой бабарикой. Вот, у тебя в руках. Встречайтесь с царем. Встречается. Мастер-класс по жонглированию от мастера спорта Сергея Калачева пользовался особой популярностью, как, впрочем, и фотозона в цирковом стиле. Ну а какой же цирк без мороженого? Более 600 порций вкусного ванильного, самого любимого детского лакомства, заготовили организаторы, владельцы местных кафе, для нынешнего праздника. И вы всем мороженое раздаете? За рисунки. За какие? Какие? На тематику цирка или что хотят. Так, а что за мороженое? Вкусное? О, да. Конечно, вкусное. Круговерть улицы Карла Маркса, которую в этот раз можно было смело переименовывать в цирковую арену, практически на каждом шагу меняла картину действия. Здесь поют, здесь читают стихи, здесь происходит танцевальная битва. Следующий праздник на улице Карла Маркса пройдет 15 июня. Тематический фестиваль перенесет всех в прошлое. Не пропустите. Татьяна Трушкина, Сергей Кошайкин. День города.